Hola, amigos, и вечер добрый, с вами Квантум, и сегодня Red Dead Redemption 2. В этом видео я покажу тебе серию мистических пасхалок, которые в итоге вытекают в целую отдельно скрытую миссию, которую ты просто так не найдешь, и она не подсвечена на карте. Эти пасхалки и эта миссия связаны с поимкой маньяка, и сейчас мы вместе с вами соберем эти пасхалки, часть этих пасхалок, в одно единое целое. Отправляемся от нашего лагеря во второй главе по железнодорожным путям в сторону Валентайма. По ходу пути мы встретим эстакаду железнодорожную мост. Под него-то нам с вами и нужно. Да ну вы, блин, серьезно, это стоит поезд? Вот сейчас-то мне как раз-таки поезд и не нужен, а он стоит. Тогда я записывал вам первое видео про поезд, и этот поезд ждал минут по 10, наверное, каждый раз. Вот она, та самая первая пасхалка, о которой я говорил. Ты только посмотри на этот ужас, на эту расчлененку и на это висящее тело. Это не просто здесь висит, это отсылка. Это целый пазл, который приведет нас в очень интересное место. Видишь эту голову? В голове у нас спрятана часть карты. Давай осмотрим карту, возьмем ее в руки. Развернем карту и смотрим, что у нас на карте. Мы видим, что это пазл, это часть чего-то. Нам нужно собрать остальные части карты, чтобы собрать пазл воедино и разобраться, что к чему. На скале у нас написано «Посмотри на мою работу». Это явно человек с нездоровой психикой, какой-то неадекват, долбанный. И сейчас, ребят, мы постараемся разобраться, в чем же здесь дело и что здесь происходит. Давайте я покажу вам на карте, где находится место возле Валентайма близ. Смотри, вот это место, вот Валентайм и вот это. Это место, вот сюда тебе и нужно будет направляться. Именно под этим мостом находится первая отсылка к нашей крупной пасхалке. Следующий пазл находится близ станции Валентайм. Он с другой стороны реки. Искать мы его будем вот где-то в этом районе. Да, мы почти добрались, я узнаю это место. Где-то здесь я видел этот камень. Он находился, то есть, вот с этой вот стороны реки. Давай перейдем брод аккуратненько. Поднимись сюда. И где-то здесь, вот она эта голова, мы нашли ее, смотри, прям сходу. Мы-то понимаем, что маньяк-то неадекватный, отбитый на всю башку, ты посмотри, что он творит. Охренеть, он вообще неадекватный, он еще и подписывает. Написано, ты видишь это? Записка находится в голове у бедолаги. Что у нас здесь? Смотри, это следующая часть пазла. You find. Я так понимаю, написано You find me. Потому что, помнишь, вторая часть у нас была написана me. То есть, сможешь ли ты найти меня? Это что, законники или кто это такие вообще с ТП? Сейчас надо понять. Короче, это враг просто, я понял. Че, пацаны, дебилы что ли? Раз голова, два голова, три голова. Да в лошади в жопу-то зачем? Вернее, в ногу лошади. И еще где-то двое. Перезарядочка. Пошел вон. Вот так вот едешь, и ты, ублюдки, ты просто тупо дорогу перегородили. Вот нахрена спрашивается, что не живется-то спокойно? Все, поехали дальше. Смотри, брычкой дорогу перегородили у шлепки. Следующая точка находится вот здесь, посмотри, где она находится. Скакать сюда далеко, это самая дальняя точка была. И я до сих пор до нее еще не добрался. Давай доберемся вместе до нее. Благо у нас есть брычка, которая не выбивается из сил, на ней можно побыстрее доехать. Да, смотри, это то самое место, выжженные деревья, пустоши брошенные. Нам сюда и нужно. Вот где его искать? Искать его нужно где-то здесь. Тут прям надо... Слышишь это? Что это такое? Так, ну давай поможем, чё? Давай поможем ей. Нифига, конечно, помощник тот еще. Вообще шикарный помощник. Бабу какую-то нашел, вез ее куда-то. Ну, давай освободим ее. Или возьмем и утащим дальше. Нафиг я его убил, надо было поймать и не убивать, блин. Давай узнаем, что она расскажет. Safe, давай дальше пробежим в чащу. О, вот это дерево, лол. Вот оно. Так, мы нашли его. Это то самое дерево?
очень странная, которая не ставит труда найти. Мы нашли его, вот она, это следующая часть пазла, и мы соберем все воедино. Где голова? Головы нет, нижней части нет, ничего нет. А написано «вот». Вот она, карта, нашли. Голова сзади дерева была. Это следующая часть карты, и я надеюсь, это все. Убрать, приблизить, отдалить. Давай откроем карту, она у меня будет в инвентаре. Карта, вот она. Ой, как я ее собрал, чем ее склеил, интересно-то. Угу, что это за мост? Блин, очень сильно знакомый мост. На самом деле я с десяток уже таких в игре видел мостов. Это остров дома и погреб, в который нам придется спускаться. Что с обратной стороны? По идее, на карте оно должно отметиться. Давай посмотрим. Оно отметилось как-нибудь на карте или нет? Нет, ничего не отмечено на карте. Блин, плохо. Это место, где я помог бабе. Я посмотрел, и это место находится вообще возле Валентайна. Под ним, снизу, нам еще скакать, трындец, сколько, посмотри, нам ехать. Значит, минут 10 ехать буду, наверное, скакать на лошади, которая нифига не прет. Нам бы поезд бы на самом деле поймать. На поезд доехать, наверное, быстрее было бы. Смотри, мы уже почти возле Валентайна и проезжаем то самое место, возле которого мы обнаружили эту первую зацепку, первую пасхалку. Вообще, этот мост я сразу же обнаружил, как только сел записывать видео первое для вас. Но я еще не знал, что это такое. Потом я начал рыть информацию в интернете, потом нашел видео, потом нашел источники, информацию. И вот таким вот образом мы с вами собрали всю эту пасхалку воедино. Вот это то самое место, да, это оно. Давай лошадь на всякий случай подальше уберем, а то, блин, неохота мне лошадь терять. Они по 400 долларов здесь стоят, это целое состояние нормальной лошади, которые... В принципе, я думаю, зачем здесь знак вопроса, вопросительный знак, чем он? Вот, все не просто так, оказывается, было. Что у нас на карте? А на карте у нас именно это самое место. Да, вот оно, посмотри, вот это здание и вот мост, по которому мы проехали и поднялись наверх. Пароль 63432, лучше запомнить его на всякий случай. Так... И что нас ожидает в этом подвале, в этом погребе? Я, блин, даже не знаю, спускаться туда или нет. Ну ладно, смотрите подвал. Давайте осмотрим. У нас есть керосиновая лампа, благо для таких случаев. Или она светится, она горит. А, она горит, смотри. Тут просто достаточно много. Какой ужас, что это такое? Части тел, черепа, кости. Цепи к стене приковывали кого-то. Топоры. Что за трындец? Кого взять? Фу, ничего тут брать не надо. Не трогай руками, тут спальное место у него было. А, мой милый Эдмунд. Судя по всему, маньяка этого дебильного Эдмунд зовут. Что с тобой происходит в последнее время? Наши совместные ужины, которые были для меня огромным удовольствием, теперь полны ужасного напряжения. Порой ты выглядишь усталым, рассеянным. Письмо его семьи. Керосиновая лампа, давай ее достанем. Что здесь за углом? Что за углом? Алло! Аккуратненько, давай выйдем. Камера, блин, смотри. Что за дебил здесь вообще обитает? Керосиновая лампа. Здесь никого нет? А, здесь нет никого. Что здесь делать? Посмотреть. Тво! Ты пришел за мной? Что за урод? Или это просто неприятный сюрприз, а может то и другое? Может, ты знал, что я буду здесь, но все равно решил устроить мне неприятный сюрприз? Признавайся, он вообще отбитый на всю башку уже, просто по речи его видно. Что он собрался делать? Ну, человек-то не последний, посмотри, он-то и выглядит более-менее опрятно, культурно. I'm not going to lie. It's not going to be nice and fun. I mean, it'll be fun for me. Слушай, что я погибну сейчас? Нет. Бросить голову. Лол, блин, башку его огрел. У него нож в руках. И все? Он резанул меня. Ушлепок ножом спидозным каким-то, еще и болу не хватало схватить. Связать его. Что, связал, все? Взять. Гомосяк ножом меня пырнул, блин.
Сдать незнакомого человека в участке шерифа. Лол, пойдем, братан, еще награду за тебя получу. И шаг. Вот Валентайн, мы почти добрались. Я не знаю, за мой голд, значит, награда 300 баксов. Что скажет шериф, когда увидит меня местный? Типа скажет, ты сын дуралей, что ли, что ты приперся сюда? Или он будет рад и спишет с меня все мои грешки? Я ничего такого не делал, все это брычки угонял, под поезд их ставил. Кстати, заценил тему... Ой, блин, думал, потерял. Заценил тему. Шериф находится рядом с Дракс. Дракс — это в переводе наркотики. Так, взять незнакомца. Ну чё, братан, все. Твоя песенка спета. Давай его сдадим шерифу. Здесь открыто. Эй, шериф! Здорово. A lot of folk disappeared over the past few years. This sick son of a bitch, well, he ain't right in the head. That's so. Head over to the cellar of that broke down shack on the road to the falls. See for yourself. Okay, come on, Eve. My name is Edmund. Edmund Lowry Jr. And you remember... Edmund младший, неадекват ты, полный Edmund. Yeah, you are a frightening fella. I'll all behave, sir. I'll behave as expected. Well, you better. Now I'll get you a lawyer, don't you worry about that. You get in that cell. Уже адвокаты появились, смотри, в те времена такое 809... Что? Что за неадекватно на шерифа набросился? Что сделать? Лассо? Или застрелить его? Давай его застрелим нафиг, дебила этого. Он что, не умер еще? Ай-яй-яй, я его убил, он сейчас ай-яй-яй делает. Вставай, дядь. Я уберу даже оружие. Спасибо, говорит шериф. Спасибо, пожалуйста. Дебила завалили. Ну и чудовище. Ты только сейчас узнал. Вот, держи, от тебя... Ой, мне бабосиков дали. Спасибо, $20. $20 заработал. Нормально. Ребят, это была полностью скрытая миссия, которая собиралась из частей. На этом, в общем-то, все. Это был Red Dead Redemption. С вами был Квантум. Понравилось видео и хочешь больше таких вот видео интересных? С тебя лайк, подписка, комментарий. Не забывай про подписку, это обязательно, потому что помимо Red Dead Redemption у нас выходит много веселых видео. Желаю тебе приятного вечера и до скорых встреч. Всем пока!